Главное, харизма нашей команды. Стиль, да. Настроение? Прекрасное. Поэтому мотивацию надо поднять. Мотивация должна быть всегда. Настроение отличное. Сейчас у нас проходит медиа-день нашей команды. Все весело, интересно. Мы снимаем здесь разные рубрики, фотографируемся, делаем гифки для соцсетей. Очень милый котик, Пуша, плюшевый, приятный. Я по дому и забрал. Ведь если плохо играют, замазывают сразу середину, и сдвигают. Ребята расслабляются, общение чуть-чуть отвлекает от рутинной работы. И мы хотим, чтобы, в общем-то, атмосфера подобная была и на тренировках, чтобы парни больше улыбались. Вот это тебе больше интересует. Нет. Что смотришь? Я думаю, такие мероприятия положительно сказываются на командной химии. Все вместе здесь веселимся, фотографируемся, как-то сближаемся, разговариваем. Что-то новое узнаем друг о друге. Под чем расписываешься? Я сам не знаю. Короче, выбрать вроде бы не такой обостряющий, но он намного более правильный и приведет потом к чистой атаке из того самого угла. Даже немножко в новинку, наверное, для нас. Мы больше привыкли играть на площадке, а не фотографироваться. Я думаю, это Даня Кириллюгу. Он любит эти движухи с камерами. У него лучше всех, я думаю, получается. Да. Чё ты, нормально там? Ты видел бицуху? Больше, чем у меня даже. Приход. Пару провокационных вопросов, чтобы понять, кто из наших парней круче. Олег недовольный. Какая тебе форма больше нравится? Расскажи. Мне нравится больше белая форма. Нейтральный цвет. Не знаю почему, но она мне очень нравится. Фокус нужен на тренировках. Здесь должны быть расслаблены. На тренировках должны быть сфокусированы. Тем, кто познал, что такое профессионализм, одно другому не мешает. Не мой день сегодня. Четыре Николаевки. Да. Сейчас будет 6. Это в городке можно играть, этим получается. 6 Николаев. Сейчас мы завершаем наш медиа-день и сразу же переходим на первый этаж, в баскетбольный зал и продолжаем тренироваться, готовиться к сезону. Мы по домам. Почему? Потому что у нас выходной. Всем пока. Peace. Всем до свидания.